детьми уехали на дачу. Микрорайон справляет выходной, а я в завязке печени контачи, сижу один тверезый и смурной. Но тут ко мне с балкона входит дама, одета наспех, волосы торчком. Мол, ейный муж пришел домой, а он по пьяни шибко злой, а мой балкон как раз под ней. Она и слезла поскорей, и по-соседски переждет, покуда ейный муж заснет. Короче, дело к ночи, а я напрягся очень. А тут внезапно теща на пороге, мол, привезла борща тебе, зятек. А к ней в халате дамочка выходит, вот тут меня прошиб электроток. А теща в крик стоит, орет дурниной, не хочет даму щами окатить. А дама ей кричит в ответ, мол, ничего между нами нет. И что сейчас на этот крик сюда придет ее мужик, а он по пьяни шибко злой и не владеющий собой. Короче, дело к ночи, а я напрягся очень. А в двери впрямь здоровым входит дядя, в глазах обида, а в руках утюг. И если честно, то на дядю глядя, я где-то снизу ощутил испуг. Но тут внезапно теща оживилась, и хвать его кастрюлей по хребту. И тут нам дама говорит, что ейный муж, наверное, спит, и, дескать, ей пора домой, и так испорчен выходной. А этот дядя их сосед, его в квартире только нет, и он погладиться зашел, да, видно, смерть свою нашел. А тещу надо бы в дурдом, не то к утру прибьет весь дом. Короче, дело к ночи, а я напрягся очень. Что было дальше, описать несложно. Мужик очнулся, теща обмерла. Мужик уполз, а тещу неотложка за 10 000 в больницу увезла. А я достал из тумбочки заначку и до утра полировал стакан. За дядю, тещу, за жену, за дачу и за свободу африканских стран.